обычно, по традиции нашего клуба, каждый из вас может проставиться. Сегодня день рождения у Долгова Георгия. Ему сегодня исполнилось 9 лет, да? 10 лет. Сейчас у вас вот такая простава. Дай бог, чтобы такая же простава с такими же напитками бывала у тебя лет через 6. Когда у тебя начнется переходный возраст, ты будешь думать, ёпарасоте, а может мне за место Липтона что-нибудь другое поставить? Вот чтобы так. Потому что вот я вам скажу честно, я вообще этого не люблю, и у меня все замечательно. Зато работоспособность его. Так, как обычно, Жора или Халк, называемого. Жора, желаю тебе счастья, здоровья и успехов. Жора, желаю тебе счастья, здоровья, хороших оценок. Ну необычное что-то, ну что такое можно посмотреть? Жора, желаю тебе выигрывать на всех соревнованиях, и чтобы ты выиграл в России. Жора, я тебе желаю счастья, здоровья, и чтобы у тебя... Все с девушкой складывалось. Да, и чтобы у тебя была красивая тачка. Жора, я желаю тебе добра, здоровья, и чтобы у тебя было все хорошо. Жора, я тебе желаю успехов в спорте, чтобы ты выучился, обрел жену и детей. Жора, я поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, побед в спорте, хорошей учебы и выплескивай эмоции в меру. Вот это вот в тему, вот это ты молодец сказал. Как говорится, пожелайте то, чего вы сами себе хотите пожелать. Вот это настоящее желание. Вот вы сами хотите это, пожелайте этому человеку. Школу давай, креатив. Желаю, чтобы все соревнования, на которые ты попал, выиграл, чтобы у тебя была личная жизнь, вот вообще супер. Желаю тебе счастья, здоровья, и чтобы ты вечно побеждал, но ты все равно вечно побеждаешь. Да я вообще не понял, но было прикольно. Я желаю тебе, чтобы в будущем ты был мастером спорта по рукопашному бою, и чтобы в будущем у тебя была какая-нибудь контора крупная. Контора крупная? Контора, да. Типа Ярополк? Да, с большим доходом. А, ну тогда Ярополк с большим доходом не получится. С большим расходом, да, а вот доходом... Давай, Полина. Жора, желаю тебе здоровья, вообще никогда не болеть, всегда посещать тренировки и вырасти большим человеком. Жора, желаю тебе счастья, потому здоровья. Потому что красивые девочки только смотрят на больших людей, да? Жора, я желаю тебе счастья, здоровья, чтобы ты никогда не болел и хороших тебе оценок. Да, и не конфликтовался с нашей сектой, ты забыл сказать, да? То есть он как бы, мне кажется, он такой человек, который достаточно вроде спокойный, не конфликтующий. То есть, если ему не лето не нравится, то понятно. Серебренько. Жора, я тебе желаю счастья, здоровья, успехов в учебе и чтобы ты стал международным мастером спорта по рукопашному бою. Спасибо. Малкин. Жора, поздравляю тебя с днем рождения, желаю счастья, здоровья, чтобы ты слушал родителей, учился на 1.5, был заслуженным мастером спорта по рукопашному бою и у тебя, чтобы ты стал тренером по рукопашному бою. Спасибо. Тренером? Надо, это должно быть хобби. Я вас учу, что у вас основная профессия была не тренер. Тренер – это состояние души, как у меня, и это хобби. То есть я как бы не тренер, я руководитель, там, где-то двигаюсь вперед. Я с своей точки зрения желаю, да, эмоции почаще, поменьше сдерживать. Но они как бы, с одной стороны, хорошо, главное, чтобы ты их только гасил на ринге, а не где-то. Других эмоций ведь не бывает, таких же эмоций где-нибудь там за пределами клуба. Нет, да? Ну, я тебе говорю, в реальности Халк просыпается, Яра Халк. Вот. Ну, учеба. Вот в твоем возрасте я уже принял решение, что я стану военным, и я шел к этой цели. Желаю тебе и каждому из вас, чтобы уже в вашем возрасте вы поняли, кем вы хотите стать, к ней идти. А Ярополк добавляет вам этой уверенности. Потому что самая главная задача, мы делаем из вас уверенных в себе, как сказать, спортсменов, не только спортсменов, а людей. Понятно? Как обычно. 3, 4. С днём рождения! С днём рождения! За Жору! За Жору!